Всем привет, друзья, с вами, как всегда, Драйвер 51 Рус. Версия игры у нас, как обычно, 03.03.16. Значит, сегодня будет обзорчик у нас от доктора Дизеля. Как он сказал, скоро выйдет. Как скоро, не знаю. Скоро выйдет, это мониторьте, ребята, в группе. Значит, выйдет у вас Патриот. В общак. Я так понял, доктор Дизель сказал, что его еще доработает. То есть это еще такая пробная версия автомобиля. Значит, давайте его поставим и прокатимся сейчас на побережье. Прокатим, посмотрим модельку. Давайте начнем. Значит, доктор Дизель сказал, будут прицепчики на него еще. Вот такой, ребята, новый у нас будет у вас Патриот. Вот он во всей красе. Будут аддоны свои, значит, будут. Будет прицепчик. Прописал его тут свет. Звук пока дефолтного у вас стоит. Ну, в принципе, это есть у вас, так что ничего страшного. Значит, светотехника есть у нас. Все. Тут. Стоп, задний ход. Все. Все, ребята, работает. Ну, давайте просто погоняем на нем. Врубим полный привод. И поедем. Все, как видите, прекрасно пачкается. Давайте тут переедем через лесочек. Вот и добрались до асфальта. Обалденный, конечно, ребята, Патриот. Вообще, доктор Дизель молодец. Одно могу сказать, обалденная тачка. Сейчас поедем месить грязь. О!
Ну, грязь для УАЗика, для нашего российского, как говорится, не помеха. Сначала придумали УАЗик, а потом для него дороги, я так понимаю. Как есть такая поговорка. Какой он шустрый. Шустрый патриот. Ох, что-то я перекрутил. Полетела мышка у нас сейчас. На проводной мышке как-то тут и скорость мышки непривычная. Надо, наверное, мышку новую покупать идти. Что-то забарахлило у меня беспроводная. Ой-ой-ой, чуть не воткнулись. Что-то я увлекся поездкой. Да, УАЗик Патриот, обалденный доктор Дизель, молодец. Будем ждать его, ребята, выхода в общак. Данного автомобиля доктор Дизель сказал, что машинка в общак пойдет. Будем надеяться, что доктор Дизель ее в скором времени доделает. И машинка появится. Я думаю, что все с большим удовольствием буду ждать данный автомобиль. Отлично копает просто вообще. Давайте попрыгаем на нем немножко. Опа! Оп. Вообще обалденный водик. Переедем, мы тут не переедем. Ох, давай. Все, отличненько проскочили, скажем так. Ух.
Ой, блин, вот опять увлекся. Уехал, проехал поворот. Вот что значит, видите, как машинка заинтриговала тут, покатушка на ней. Обалденный УАЗик, доктор Дизель молодец. Просто, видите, даже протабанил поворот, ё-моё. Вот что значит на свежачке покататься. И хорошо, что еще есть люди, которые выкладывают у нас и делают моды для спинки. Игра не умерла, да и не умрет, я думаю, все равно фанаты будут всегда стараться поддерживать, играть игру, делать, ребята будут моды в общак. Вот такой, ребята, получается, значит, патриотик, красивый, обалденный, значит, будем его с нетерпением ждать, когда доктор Дизель его допилит. И как доктор Дизель сказал, что будут еще аддоны, будет машинка доработана, значит, и будет в свободном доступе. Так что с удовольствием будем, ребята, ждать ее. Данный патриот. И надеяться, что все-таки доктор Дизель его быстренько допилит и предоставит для общего пользования, для покатушек. Ну, если даже если он будет и приват, как бы, ничего страшного, как бы, народ, знающие люди, я думаю, с удовольствием приобретут данный автомобиль. И будут кататься. Ну, доктор Дизель сказал, по крайней мере, что данный автомобиль будет в общем доступе. Всех, ребята, также сегодня уже какое, 14 января. Всех, ребята, со старым Новым годом, с наилучшими пожеланиями. Драйвер 51 рус. Подписывайтесь, ребята, на канал. Ставьте лайки, делитесь видео, подписывайтесь в группу. Будем обзорить игры, моды, снимать покатушки. Все будет. Надеюсь, что будет все и много. Еще раз повторюсь, данный УАЗик пока еще не готов. Его делает доктор Дизель. Доктор Дизель сказал, что будут на нем аддоны. Мод будет Патриот дорабатываться, будут прицепчики, своеобразные аддончики, и мод будет выложен в общий доступ. Вот. С вами был Драйвер 51 Рус. Всем удачки и пока!